Дзень добрый всем! Сегодня я хочу рассказать вам очень-очень интересную тему о том, как же хорошо быть ребенком в Польше и как вообще здесь относятся к детям. Здесь очень уважают ребенка, и здесь не смотрят, какой цвет кожи у ребенка, как выглядит ребенок, как он одет, либо же другие какие-то вот такие вот, какой национальности ребенок. Здесь в Польше на это никто не смотрит. В Польше все люди относятся ко всем детям одинаково. Здесь любят детей и ценят детей. Это то, что заметила именно я. Конечно же, у всех могут быть какие-то разные ситуации. Именно я сталкивалась лишь с хорошим отношением к моему ребенку. И надеюсь, что все люди также сталкиваются с самым хорошим отношением. В Польше настолько хорошо относятся к детям, что даже невозможно сказать, что ты находишься за границей. Когда мы гуляем с Ясей по улице, многие поляки, особенно бабушки, они подходят и говорят, что какие красивые волосы у Яси. Могут подойти и предложить Ясе какую-то вкусняшку. И это здесь считается чем-то нормальным и не вызывает никаких вопросов. Спокойно к этому относимся, то есть любой человек может сказать комплимент ребенку, либо же какие-то хорошие слова и угостить чем-то. У нас было несколько таких ситуаций, когда мне было просто радостно, и я безумно радовалась, что в Польше такие люди, и они настолько добры к детям, потому что самое главное — это, конечно же, окружение, которое окружает детей с детства. И в Польше люди, они делают все настолько хорошо, что ты не можешь не радоваться, что ты живешь в таком окружении. Вот, допустим, мы приходили в банк. Нам нужно было сделать документы, это все было очень долго. И, конечно же, ребенок устал, но в банке для детей, в любой организации, в любом магазине, вообще везде в Польше ставят такие детские столы, в любом ресторане это можно встретить везде. То есть совершенно без разницы, в каком учреждении вы находитесь, всегда найдется место, которое предоставлено именно для ребенка. Персонал везде и всегда будет доброжелательный, никто не будет цокать, и все будет очень и очень хорошо. То есть это приятно, это воспитанность и культурность. Вот я иду по улице, пытаюсь снять, и люди на меня смотрят, улыбаются мне. Я тоже в ответ, конечно же, улыбаюсь, я здороваются со мной. Это так приятно и мило, и настроение от этого становится очень и очень хорошее. И всем, конечно же, без разницы, на каком языке я говорю. Это здорово. Также хотелось бы рассказать о том, насколько здесь все доступно для детей. В Польше ты почти что не тратишь деньги на ребенка. Все всегда, я часто слышу, что все всегда говорят, что в Польше за все нужно платить деньги. Но я бы с этим хотела бы поспорить, потому что на самом деле это не такие большие деньги. Здесь постоянно проходят всякие акции, распродажи, и вещи, игрушки, и все возможные товары для детей, они стоят немного ниже, чем для взрослых, везде. И все, что, допустим, необходимо ребенку, все это делается в очень хорошем качестве. Это делается настолько качественно и настолько хорошо, что вещь, которая стоит, допустим, просто дешево, но она настолько качественная и настолько хорошая, что даже и не скажешь. Хотелось бы сказать сразу, что в Польше детские товары и все, что связано с детьми, здесь это очень и очень доступно. И, конечно же, везде это можно найти, на каждом углу, в любом магазине. Это тоже очень классно. Смотрите, какая экзотика. Огромная-огромная пчела. Вот мой палец, вот пчела.
Она такая огромная. А еще в Польше есть вот такие огромные пауки. Представляете? Это жесть. Я очень боюсь насекомых. Смотрите, какая она огромная. О! Если она ужалит, то, наверное, ползуться не будет. Вот насчет людей, я уже говорила, что здесь отзывчивые люди. И я хочу привести примеры. Давайте я прогуляюсь с вами и расскажу вам примеры, которые происходили со мной, с моей дочерью, и как же мы на это реагировали. Самое и самое первое, что хочется сказать, это то, что когда мы идем по улице, все всегда и постоянно говорят, какие же красивые у Яси волосы и какая она красотка. Это говорят все, и бабушки, и молодое поколение, все-все-все. Был такой случай, когда мы пришли с Яськой в магазин, и в магазине Яся у меня попросила чупа-чупс. Но дело в том, что дома у нас была просто гора чупа-чупсов. Как-нибудь я покажу вам дома, сколько у нас хранится ясенных сладостей, и вы это увидите сами. Так вот, была просто гора этих чупа-чупсов. И Яся начала в магазине немного говорить: «Ну, мама, ну, пожалуйста», у нее привычка такая. И тогда бабушка, польская бабушка обычная в магазине, покупательница, просто сказала: «Возьмите вот денежки, купите ребенку чупа-чупсы». Я говорю: «Нет, я ей не покупаю чупа-чупсы не из-за того, что там я не хочу, а просто потому, что это вредно для зубов». И тогда все меня поняли, мы поговорили с бабушкой немного, повеселились с Ясей. И это здорово. Вот такие вот моменты. Их, конечно же, очень, как сказать, такие моменты, они на самом деле делают твое нахождение в Польше еще лучше. Когда ты общаешься с местным населением, разговариваешь с ними, они показывают свою доброту, они показывают вообще, какие они люди. Как я уже говорила, в Польше пока что со мной не случалось плохих ситуаций вообще ни разу. Мне ни разу никто здесь не нахамил, и ни разу ничего такого не было. Также и к детям. Никто никогда не нахамит вашему ребенку, никто его не толкнет. На детских площадках все проходит довольно-таки хорошо, то есть мамы, дети, они все играют, даже если мамочки польские видят, что ребенок, допустим, не говорит на польском языке, они все равно с удовольствием говорят своему ребенку: «Иди поиграй, познакомься с девчинкой». И вот так вот это все и проходит. Решила немного посидеть, сижу, не знаю даже, где я нахожусь. Я одна сейчас гуляю, Яся осталась с папой дома. А я вот куда-то пришла, не знаю куда, но тут красиво, цветут цветы, такая прям весна, очень здорово, мне очень нравится весна здесь. Лаванда везде цветет, и запах стоит умопомрачительный. В Польше существует множество игровых зон для детей, то есть игровые комнаты, ну, наверное, они во всех странах существуют. В Польше они тоже есть, там безумно здорово, мы с Ясей проводили там время, я вам ставлю нарезочку, конечно же. Сейчас куда идем, Яся? В игровую! Да, в игровую комнату. Угу. Видите торговый центр? Говорят, раньше он был очень популярным, но из-за пандемии и из-за того, что рядом через одну остановку Шестанок открылся, там другой торговый центр, самый большой в городе, и этот торговый центр немного потерял актуальность. Это можно снимать? Да. Да. Можно прям, да? Да, можно. Ребятки, мы будем выговор снимать. На чуть-чуть. Капельку тона. Дети там кричат.
приехали в понедельник. Мы, во-первых, давно тут очень сильно давно не были. Вообще не ходили в игровые комнаты несколько месяцев. И вот решили приехать. Выбрали понедельник, потому что в понедельник тут меньше всего народу. И мне нравится, когда людей поменьше. Поэтому именно в понедельник мы сюда приехали. Сейчас мы скоро будем заканчивать. Можно оставаться здесь хоть весь день, потом просто рассчитаешься на кассе. Но мы уже скоро будем уходить, потому что нам нужно пойти поесть, наверное. Понравилось в игровой комнате? Да. Понравилось? Смотрите, я же там выиграла вот такую, там тоже ее нельзя оставлять. Wiele strasznych rzeczy się dzieje. And I think, just like myself, you always. Там очень и очень здорово играть, потому что дети могут поиграть с детьми из Польши. То есть дети иностранцев, они могут поговорить, поиграть, попрыгать с польскими детишками, а родители в это время могут поговорить с польскими родителями, посмеяться, что тоже безумно весело. Поэтому такие места я очень и очень люблю. И Яся любит, мы там веселимся и отрываемся по полной. Я вообще, когда наступила весна, я увидела, насколько здесь много самокатов, мотоциклов, электросамокатов, велосипедов. И теперь я думаю, что мне, возможно, придется этим летом научиться ездить на велосипеде, потому что здесь это настолько здорово, и я даже представляю, как я вечером сажусь на велосипед и еду. Так что, думаю, мне стоит научиться. Когда у вас появляется ребенок, ты ищешь место для жизни, в котором ты хочешь, чтобы твой ребенок рос, не испытывал никаких нужд, и чтобы твой ребенок рос в хорошем обществе, чтобы твой ребенок учился чему-то хорошему. Ну, в общем, все люди для своего ребенка, конечно же, хотят самого хорошего. Так вот, в Польше это все есть, это доступно, и мне кажется, никто не пожалеет, что воспитывает своего ребенка в Польше, потому что, как я уже говорила, это прекрасная страна с прекрасными людьми, у которых есть многое и очень многое, чему стоит поучиться. Даже, наверное, те, кому как-то не нравится что-то. Я просто часто слышу возмущение о том, что все говорят, что в Польше очень и очень дорого, здесь ничего не бывает бесплатно. Бесплатно не бывает на всей планете. Вообще ничего никогда не бывает бесплатно. Но в Польше, вот, я полазила по интернету и посмотрела цены в других странах Евросоюза. Давайте будем честны, в Польше все предельно дешево и в пределах доступности. Тут это доступно. Я уже не раз говорила, что здесь доступно вообще все.
Поэтому, если уж так и говорить, то мне кажется, что Польша замечательная страна для воспитания ребенка. Поэтому, кто выбирает Польшу для воспитания своего ребенка, тот, конечно же, знает, о чем я говорю, потому что в Польше безумное количество парков, зелени, всяких игровых центров и всего-всего-всего для вашего ребенка. Здесь этого множества, этого навалом, и любой ребенок будет рад здесь побывать. Поэтому спасибо Польше за такую чудесную возможность воспитывать моего ребенка здесь. Мы безумно счастливы этому. Всем bardzo dziękuję за то, что смотрите меня. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить ваши лайки. Всем пока-пока и до видения!